Все, погнали, ко играть. Full фокус. Сейчас. Сейчас убью два фрага. Новый год, пока не могу сказать, я буду отвечать. Если буду стримить, расскажу, а пока не хочу рассказать. Микро из нас working yellow. А, hello guys, hello. Тупо-тупо-тупо. Мне как-то неудобно играть. Я сижу, конечно, вы бы видели. Два-два-два. Так. Донаты пропустил? Да я сейчас. Сори. Фаером открываться, поэтому... Вообще пофиг. Кажется, оно тут. Открытием. Станет открытием. В плане, кто сейчас играет, типа, из на тир 1 сцене, ну вообще, типа, или как, я не знаю. Так, нас чё тут убивать? Чё? Убьём его. Найс, найс, найс. Ого. Да я не могу попасть. О, попал, вот это нормально. Другое дело. А этот опять, ну... Остановитесь. Так, ну калаш. Смотрите, он пошел. Он меня убьет, интересно. Убегаю. Да. Ну блин. Остановитесь. Это же вообще невозможно. И этот... А, вышел. О боже, просто такие пацаны. Ну что вы... Ну хватит, правда, пацаны. Я... Плиз, остановитесь. У меня бомба, у меня снайпит, короче, и спину заходит. DataLuna – сервис аналитики и предсказания матчей искусственным интеллектом. DataLuna парсит демки, потом вытаскивает из них уникальные события, размены, экономику, эффективность гранат и так далее. На основе этих данных искусственный интеллект предсказывает результат матча. Сервис дает полную статистику по предсказаниям на главной странице, которая обновляется после каждого завершенного матча. Есть рекомендованные матчи. Рекомендованные матчи, в которых DataLuna уверена больше всего. Коэффициенты от 1,3 до 3. Точность выше 70%. Подходит тем, кто не любит рисковать. Андердоги – матчи против коэффициентов БК. Коэффициенты от 1,80 до 4,5. Банк растет быстрее, но ее риски выше. Каждый может выбрать подходящую именно ему стратегию. В сервисе отмечаются не зашедшие матчи. Сервис ничего не скрывает. DataLuna дает предварительный прогноз до начала матча. Прогноз уточняется после пика командами. Есть возможность смотреть трансляции матчей прямо на сервисе. Youngsters мы играли. Я, в принципе, обрадовался, было круто и все. Все постепенно должно было быть. Так и происходило. Дела. Почему трясусь? Потому что мне неудобно сидеть. Я вот сейчас. Я переживаю в обоме.
да. Он не хочет последнего. Начало осталось. Вот эту позицию тащу. Я думал, я убил. Следующий турик в феврале. Он смог убил. Это жестко. А этот пушит, да? Нет, казалось. Ну куда пули летят? А, и все, и под тобой. А, чисто. Он сейчас тут будет. Чем некогда заниматься. Я хочу выигрывать. Так, что-то я тут убил. Я уйду лучше отсюда. Меняем позицию. Закупим амуницию. Он запушил, да? По стриму. Я кину флеш оранжевый. Дал? Он на... Ага, конечно. Выйдет он на Б. Так. Вот этот чел странный, очень странный. Не, это какие-то токсики за меня играют. Нет, он меня зевса убил, прикиньте, офигеть. Я и бот. Представляете, насколько я бот? Пацана, кто убил? Нет, вообще. Все, он не может не репикнуть. Да, увидите. Ну я не могу попасть, но это шутка. Это реально шутка. Это вообще жесть. Это что такое? Не, ну я знаю почему. Да не то, что не регат, я бот просто. Это вообще, я... Короче, все, пацаны. Можете говорить, что я бот, в принципе, да. У меня команда тащит, на самом деле. Вот, ищи. Давайте, пацаны, красавчики. Посмотрите мой последний стрим. Там было все нормально. Спасибо, спасибо за игру, ребят.